Друзья, на сегодняшний день можно найти множество способов управления освещением при помощи различных хитрых средств, датчиков, сенсоров и программных решений. А я же, в свою очередь, предлагаю одно хитрое изобретение. Это датчик включения освещения при помощи вот этого фирменного носочка Adidas. Для того, чтобы включить освещение, мы должны одеть носок на конструкцию. Как мы видим, лампа включилась. После удаления нашего носка через какое-то время, после определенной задержки, свет выключается. Вот такой интересный датчик был изобретен мной в помощь нашим умельцам пожилого возраста, которые в этот весенний период рассаживают огуречно-помидорные саженцы для того, чтобы обеспечить нас потом вкусным натуральным продуктом. Всем спасибо. С вами был Алекс Бо.